привет! С вами снова Виктория и канал Кулинарим. И сегодня готовим салат на Новый год. Салат с красной рыбой. Салат не совсем обычный, но от этого он только выигрывает и получается очень вкусный и красивый. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для начала отварим рис. Для этого 200 грамм риса хорошо промываю до прозрачности. Заливаю 300 миллилитрами воды. Когда вода закипит, плотно накрываю крышкой, уменьшаю огонь и оставляю кипеть в течение 15 минут. Рис готов. Посмотрите, вода должна полностью испариться, но в то же время рис не должен подгореть. Рис нам нужно замариновать. Уксус можно использовать любой, рисовый, яблочный. Для этого смешиваем 30 мл уксуса с 1 чайной ложкой сахара и половина чайной ложечки соли. Все тщательно перемешиваем. Далее в отваренный рис добавляем уксус. Для того, чтобы рис получился еще более вкусным, добавляю 2 столовые ложки сладкого соевого соуса. Именно сладкого, не перепутайте. И все хорошо перемешиваем до полной однородности. Для промазки салата 250 грамм сливочно-творожного сыра типа Филадельфия смешиваем с 2 столовыми ложками соевого уксуса. Тщательно перемешиваем до однородности. Один свежий огурец, у меня он завесил 230 грамм, очищаем от кожуры и нарезаем на мелкий кубик. Далее 250 грамм красной копченой рыбы, можно использовать любую, форель или семгу. Нарезаем мелким кубиком. И 4 вареных яйца натираем на крупной терке. Собирать салат я буду в разъемном кольце. Я его установила на диаметр 16 сантиметров. Подложила подложку, на тот случай, если я вдруг захочу переложить салат на другое блюдо. Подложку немного смажу сливочно-творожным сыром, который мы смешивали с соевым соусом. Первым слоем выкладываю рис. Все аккуратно разравниваю и утрамбовываю ложкой. И смазываю сливочным сыром. Следующим слоем выкладываю свежие огурцы. Красную рыбу я разделила на две части. Одну вторую часть выкладываю сверху на огурцы третьим слоем. Промазываю заправкой. Следующий слой — натертые яйца. И последним слоем выкладываем красную рыбу. И в таком виде убираем салат в холодильник, хотя бы на несколько часов, хорошо пропитаться. Салат у меня хорошо настоялся, аккуратно убираю кондитерское кольцо. Салатик можно украсить очень просто, половинкой лимона, зеленью, укропом, петрушкой или, как я, листьями салата. Давайте же поскорее отрежем кусочек, посмотрим, какой салат получился внутри. Друзья, я могу с уверенностью сказать, что салат вам очень понравится. Это прекрасное сочетание продуктов. Красная рыба со сливочным сыром, соевым соусом, рис, который мы мариновали. Салатик очень необычный, оригинальный и вкусный. Обязательно приготовьте его на Новый год. Всем желаю приятного аппетита. Как всегда, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, с наступающими всех праздниками и до новых встреч. С вами была Виктория.